Если ты вдруг выйдешь за пределы этого двора... Домой загоню. Если ты пойдешь в этот магазин без спроса... Домой загоню. Если мне хоть что-то можно? Конечно, ты можешь играть в песочнице, пособирать листики вот тут. Ну и так, как тебе наконец-то исполнилось 6 лет, можешь покачаться на этих качелях. Но недолго, круто. Не правда ли? Вообще веселуха. Стояла у нас во дворе. Обещала показать лицо и не показывает. Говорила, будет вопрос-ответ. Где он? Кстати, да. Следующий ролик «Вопрос-ответ» с моим лицом. Все вопросики можете задавать у меня в Инстаграме под последним постом. Внимание, все вопросы беру только оттуда. Ссылочки в описании. Стояла у нас во дворе такая вся большая деревянная горка. И сколько радости и веселья она доставляла деткам. Зимой, потому что ее поливали водой, вода превращалась в лед. И вот ты уже со скоростью света влетаешь в кучку детей, скатившихся до тебя. Прекрасно. И с наступлением лета ее обычно сносили. Но однажды... Стоп! Это чё, зимняя горка летом? Не может быть, ее не снесли. А как на ней кататься? Попой. Без льда? Это же опасно. И экстремально. Получается... Надо прокатиться. Наша компания «Кардышей» состояла из Гриши, Дениски и меня. Мы такие веселые ребята. Но двор наш совсем не был веселым. Там были песочница, сушилка для белья. Да, вот эти вот странные штуки для белья. Горка и все. Поэтому мы развлекали себя как могли. Кидали друг друга грязь из лужи. Разрисовывали мелом стены. И соревновались, кто лучше сделает свечку. О, смотри, я свечка. Быстро домой. Как она узнала? Быстрее отмажь мне. А это не Луана, это свечка. Да, я не Луана, я свечка. Я сказала быстро. Да, баба, это нечестно. Мы же просто это что-то сразу так. Как вы понимаете, бабушка постоянно загоняла меня и обламывала все веселье. Но нашу банду этим было не остановить. Дениска постоянно предлагал какие-то делишки. Гриша. Может, не надо? Всегда боялся и всех останавливал. И я безоговорочно соглашалась на все делишки. Так вот, горка. Она стояла во дворе все лето. А мы обратили на нее внимание только в конце августа, когда уже разбомбили весь двор. А еще совсем недавно мы разбомбили кнопочку подписки, но она до сих пор красная. Сделай ее серой и лайк не забудь нажать. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет ролик. А давайте попробуем с нее скатиться. Может, не надо? Это же опасно. А вдруг мы упадем с нее? Гриша, ты как обычно. Луана, ты что скажешь? Я не против! Погнали! Казалось, эта горка просто лес занозок. Луана, ты в порядке? Я в порядке? Да у меня весь зад в занозках. Как же больно-то! Дурацкие деревья! Эй, мы это тут при чем? Теперь передо мной стояло только два пути. Пойти к бабушке. Домой загоню. Или вытаскивать все самой. Да господи, блин, как же вытащить-то? Довольно трудно вытащить самой 5000 занозок. Благо у меня есть два хороших друга. Но я же говорил, не надо. Хватит ныть. Вот сейчас увидят родители и все. Я из Луаниной задницы не буду гулять. Хватит ныть. Все, я пошел. Не буду больше с вами гулять. Ну, может, только завтра. Есть один хороший друг. Может, я тебе помогу? Нет у меня друзей. Но деваться было некуда, тем более месяц дома с бабушкиными передачами про криминалы новостями, я точно сойду с ума. Быстро смекнув, что окна домов прямо выставлены на нас, а нам нужно максимально безлюдное место, мы выбрали ближайший гараж. Точнее, за гаражом. Ну чё, ты готова? Вытаскивай, больно же. Да ща-ща, не бойся. Я и не боюсь. Я боюсь. Дениска, если ты сейчас не вытащишь мне заноски, мы не сможем гулять месяц. А вдруг ты сдуешься как шарик? Ты чё, совсем уже? Ладно, ладно, ща. Около 10 минут мы вытаскивали эти заноски. И благодаря высококачественной работе Дениски, который чуть ли не плакал каждую минуту, меня не спалила бабушка.
После этого случая мы никогда не приближались к этой горке, особенно Гриша. Представляете, недавно на этой горке Луана прямо на жо. Жо. Желудь наступила. А ведь заноски действительно трудно вытаскивать. Я до сих пор не могу вытащить одну. Знакомьтесь, это Джордж. Он живет со мной уже 7 лет. В ноге. Ну вот и еще одна история рассказана. До скорой встречи, любимый Луанчик.